Подвиг героев не забудут никогда. Такими словами сегодня открывали соревнования по служебному биатлону на стадионе Подолина под Ярославлем. В 36-й раз сотрудники силовых ведомств решили выяснить, чья команда самая быстрая и меткая. Соревнования посвящены подвигу инспектора ГАИ Валентина Журавлева. Милиционер ценой своей жизни спас целый автобус с детьми. По традиции на старт вышли и ветераны правоохранительных органов. Хороший результат показал один из организаторов гонок. В свои 70 лет Виктор Попов бодро держится на лыжной дорожке и стреляет не хуже молодых. Первое место в состязаниях вырвала команда ярославского ОМОНа. Ну, лыжи едут хорошо. Стрельба тоже в целом неплохо. Чтим память погибших сотрудников, как бы спортивный интерес. Я бывший спортсмен лыжной гонки. Вот больше, наверное, спортивный интерес, как бы азарт остался. Из-за этого участвую во многих соревнованиях.